Эй, всем привет, с вами Шет, и добро пожаловать в Brutal Legend. Ох, мы в прошлой серии вылечили Офелию, убили королеву, ну, покоцали королеву пауков металлическую, которая сделала нам новые струны для басиста, мы слили Офелию, завербовали байкеров-пифигистов. Короче, ребят, смотрите предыдущие серии, чтобы быть в курсе того, что происходит. А сейчас, так, куда нам нужно сейчас? Текущая миссия. О, далеко. Так, ну в Бладхендж. А можем как-нибудь сюда? Ага, понятно, телепортироваться не можем. Ну что ж, ладушки, давайте вызовем машинку. Призовем беса. Блин, в прошлой серии нам дали мотоцикл, но походу на нем нельзя больше ездить. Это, видимо, временное было. Оу, я. Так, и сколько у нас 60 металла огня? Как хватит мышку на экран. Ай, газуй, врум-врум. И, блин, я хочу беса усилить, чтобы он был вообще мега крутым. Врум-врум-врум-врум-врум. Так, знаете, наверное, в этой игре я буду не очень много говорить. Ну, точнее, я так, наверное, болтаю, но буду говорить чуть-чуть поменьше, чтобы вы могли послушать музыку, которая здесь просто потрясающая. Надеюсь, мне за нее не дадут ни страйка, ничего. Но все так пьет. О, смотрите! Это путеводная звезда, это прожекторы! Ха! Охрененно! Короче, газуем туда. Какая-то наковальня большая. Что за херня, господи? Короче, газуем. Все, пошло нафиг. Так, вон кузница огня, стоп! Ро-па-па-па-па. Кузница огня, стой. Я хочу все-таки посмотреть, может быть, я на бес. Ух, господи, что за гадость. Может быть, я на бес могу какие-нибудь улучшалки повесить. Так, давай сюда. Эй, дружище Оззи, надеюсь, ты меня еще не забыл. Надеюсь, видимо, нет. Так, улучшение беса. Все. Блин. Получается, на больше беса мы усилить не можем. Наклейки, покраска, гитарные струны. О. Не, знаете, самое клевое, самое обычное пока. Так, ладно, секира, без улучшения, обсуждения. Нафиг. Особые приемы. Давайте, наверное, вот эту штуку изучим. Огненный аккорд. Чтобы поджечь всех чуваков. Зарядить в воздухе. Давайте вот это. Все-таки огненный аккорд самый крутой. Все. Изучили. Понеслась. Не пропадай. Окей. Ну, блин, когда же можно будет беса улучшать? Я хочу из этой машинки сделать что-то нечто крутое. Так, вум-вум-вум. Гасим. Дикая гонка, гонка в буре. Господи, я даже... Как это звучит в оригинале, блин. Кстати, на какую кнопку переключать песни? А, нет. Может так? Во! Ну, что у нас есть бэджи, зум... Господи, скелетал меч. Чё... О, Зиозбор. Верующий. Ну ладно, когда тихо. Барабанное соло. Мегадес. Ну давайте на Мегадес поедем. Все, вперед, вперед, вперед. Прямо сквозь поля, сквозь все подряд. Вау. Так, вот, приехали на миссию. Хей. Во, эти басисты из предыдущей серии. Yeah. Let me check that out. Офигенно. Эй, что ты грустная, девочка? So, when are you gonna tell us how you got hurt? I'm not. Why? Because then you wouldn't let me go back and finish the job. No, that's Lars. I like watching you fight. All right. Meet me at the Razor Fields if you want to see some more. But please, don't tell Lars, okay? Фигня вопрос. Так, во, можно въехать на этой тачке? Нет? Эй, мужик, подбросишь? Ты рожден для этого. Вы уже говорите или уже отчужденные? Окей, вы со мной, так это хорошо. А куда нам там бежать-то надо? Давайте посмотрим, миссия. Ага, нужно выйти отсюда. Так, подожди, нам вперед бежать? Нет.
Надо выйти за пределы лагеря. Хорошо, пойдем, вперед, призовем беса. Ну, конечно, мы станем победителями, куда же без этого. Так, бес, приезжай. Я уже на автомате делаю это соло. Врум-врум-врум-врум. Буря металла, лицо убийц. Так, ладно, хватит угорать на название песни. Это, блин, это просто, это печаль, что они такие ужасные тут названия. Вау! Блин, только бес через камень не хочет перепрыгивать. Так, мне вроде в комментарии писали, что улучшение для беса это вот вон те вот сияющие хреньки. Я хочу улучшить беса. Так. Все, газуй! Газуй, газуй! Давай! Опа-па! Есть! Так. Ну что, мы захватили этих чуваков? Во, отлично! А, это мы просто получаем эти очки. А я думал, что это именно лошалки для беса. Теперь чистые. Ну ладно. Так тоже можно. Вперед, вперед. Ну-ка, Офелия, где ты здесь? Что ты такой глуши делаешь? Врум-врум. Какие-то огненные чуваки тут появляются. Эй, здрасте. Ох ты, елки, это кому-то пришла. Что за шикарные статуи. О, какие няшки, только они все такие одинаковые. Kept them a secret for their own protection, but now they want to fight, and I'm here to arm them. Wow, что это за кабаны? Pigs? The carcass of the razor fire boar, when properly dissected, can be turned into a powerful long-range weapon. This is what almost killed you, isn't it? Well, if you're gonna try it again, I'm gonna help. Так, сейчас. What are we waiting for? Let's go! This time, though, let's keep the doctor nearby just in case. Давай прихватим доктора. Drive a couple of them over this way. Stay put until it's time to attack, okay? When do I get a car? Никогда. Так, и что мы можем делать? Загоните хряков в кафели. И хряки за мной. Ага. Это мы заглушаем его движение. Эй, чуваки. Ну, во. Сдали. Ну-ка. Все правильно, нет? Фига себе, ты из этого хряка вытащила. А мне такую пушку дадут? Я хочу такой дрободан. Да, действительно, невыносимую пташку. Фига себе, подожди, а что у него за басуха? Прикольно. Так, короче, вы хряки. What the fuck, все за нами. Давайте, давайте, давайте. Врум, врум, мазафакерс. Эй, хряки, вперед, давай, 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 давай. Ну, подожди, а как вас загонять туда? Вы типа... А, вы типа боитесь. Хорошо. Эй, хряки, давайте. Врум, врум, давайте, стадо, стадо. Вон, вон, вот, вот так, вот, давай, вперед, вперед, туда. Давай, давай, заезжай, заезжай, заезжай. И буду. Так, сколько нам нужно вообще? Ну-ка, так, давайте. Класс, еще немного. Хорошо, можно, наверное, три штуки надо. Так, вон они, три, вон несколько чуваков. Эй, ребята. Да, молодцы, в правильное направление гоните. Так, так, три штуки, три хряка. И здрасте. Оглушили. Так, вот. О, подожди, подожди, они... Они не оглушаются? Эй, ты! Чё на-то оглушающий не работает? Блин, они уехали. Понял, 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 бешеные кабаны. Собираем кабанов. Так, сейчас надо кругами ездить, кругами. Эй, вот, зарканили. Эй, ребята, what's up? Молодцы, да-да-да, все правильно в ту сторону. Вот они двое, два голубка, привет! Эй, Феля, давай. И выпотроши их. Ну, как я говорил, троих. Господи, какие странные девочки. Прически у меня, мне вообще не нравятся их прически. О, да, о, да. А нам дадут на это посмотреть? Я думаю, что нет.
Господи, сколько тут отсылок? Я думаю, знающие люди найдут тут не одну отсылку, которую я пропустил. Ну, что знаю, то рассказываю, ребят. Так, доберись до поселения. Окей, Хелфорда. Так, новое улучшение. Оп-оп-оп-оп, ни хрена себе, вы... Отвалите. Господи, а я могу... Так, я хочу себе такую пушку, я хочу себе эту пушку достать. Эй, кабаны, стоять! Мать ваша все... Господи! Пипец, меня без ножа убили. Охренеть. Так. Короче, вызываем беса и погнали отсюда. Все, погнали. Сейчас они нам не страшны. Так, поселение Хелфера вперед! Врум-врум-врум-врум! Мне не терпится посмотреть, как эта пушка работает. Че вообще, и нам-то такую дадут? Господи, чуть не упал. Так, а кто это? Эй, ребятки, привет! О, это наши эти трясоголовые. Че как, пацаны? Хай, Эдди! Hey, жарите молодец, что ли? Какие мацы? Зажигай большой огонь. Поможешь или... Так, давай, да, хочу помочь. Room, ага. Так, устрой засаду на врага и защити своих. Эй, чуваки, WhatsApp! Во, у нас тут хиллер ездит. Ай! Это кто такой? Это чужой хиллер! Блин, чужой хиллер! Ё-моё! Так, вот он, чужой... Чужой, сволы! Так, чужого надо убивать. Это же чужой, да? Или наш, я вот не понимаю. Блин, вот фиг знает. Ладно, будем считать, что это наш. Давайте убивать плохих. А, не, знаете, это чужой хиллер! Ёлки-палки, эй! Все, молодцы, пацаны, сбили их. Вот этого чувака надо убить. Эй, парни, давайте вместе завалим этого чувака здорового. Так, все, засада. Все, убили засаду, нет? Где вообще наши? Все, мошпит. Brutal Victory! Есть! Отлично. Устроили засаду. Такая прикольная мини-миссия. Так, ну ништяк, мини-миссия, в принципе, удалась. Господи, что там за мамонт такой бегает? Не хочу с ним связываться. Давайте-ка на бесе. По-моему, без беса передвигаться реально опасно. Любая тварь меня сожрет. Все, газуем. Эй, поселение Хелфорда, я еду, подождите меня, не демонстрируйте свои пушки без меня. Так, стоп, красные цветочки. Это тут явно неспроста. Помните, что там было? Красные цветы? Тут можно какое-то соло, активировать их можно. Так, давайте сыграем соло. Вот оно. И что нам дадут? Что это за хрень? Что это такое? Марш на войну, Моторхед. Типа мы песню новую открыли, что ли? Открыт новая страница металла. Книги металла. Так, турне. Вот, план турне. А войска, комбинация соло, комбинация ударов, класс мир. Даже не знаю, мир. Дьявольские шипы. Похоже, дьявольские колечки растут вокруг древних останков еще со времен Титана. Так, это мы знаем. Прыжки пробок молний. Во, жуки пробок молний скапливаются в небольшой рой на земле. Прыжки через твоего черта, через твой рой привлекут их внимание и принесут тебе дополнительные дары огня. Ага, и дары огня дает. Закрытый металл. Вот он, пока спит, хотя шипы дьявола окружают их и выдают настоящее происхождение. Эти реликты даруются временем титанов. Если их поднять, используя соло поднятие реликта, будет доступна новая песня для черта рта металла. Ага, все, понял, короче, это мы новую песню открываем. То есть вот эта вот хрень добавляет, походу, новую песню в нашем бесе. То есть можно что-то новое послушать. Нормас! Все, едем в Блоухенч. Поселение Хелфорда, блин. Эй, вот сап, парни. Ready? Готовься. Так. Fire! Вау! Ух ты, елки-палки. Они огнем пуляются. Ladies, welcome to Bladehenge. Excellent. When do we attack?
Блин, не, они все-таки тоже няшки. Атака! Нас атакуют кто? Чего тут диджея наушники делают? Что это за хер? General Lion White's army has been spotted on the move. Lion White. What's the plan? The plan? Plan? The plan is victory. Понятно, никакого плана у нас нет. Lars, this isn't a fortress. How can we stand our ground here? I can build you something quick. Trust me, man. We can put on a hell of a show in a hurry. Bring your best engineer and meet me in the northeast field. I got a plan. Mangus, are you an engineer? What's an engineer? No idea. Come with me. Так, хорошо, встретитесь с Ларсом и его инженером на северо-восточном поле. Так, быстро. А, вот туда. Вперед, 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 пока армия еще не пришла. Мы должны что-то забабахать. А, вон там, на выходе. Нам же сюда идти надо, а? Да, вроде сюда. Ой, вперед! Че, уже ночь? Блин, мне клево. Мне очень хорошо, что есть времена... Время дня и ночи сменяется, это круто. Звезды падают. Ну и чё? Привет, чуваки. This is the direction they'll attack from, you think? Yes. From there. Почему? Then this is where we'll build our stage. I think we got enough stuff here to put on possibly the best rock show ever. A show? Hey man, where I'm from. This guitar makes noises. Here, it blows stuff up. So I can't wait to see what a full-on rock show does. Ох, ну это вообще, наверное, жесть. Welcome to the road crew. Get some friends, we got stuff to do. Now? Сейчас? Да, сейчас! Yes, now. Right on! Ох, нихрена себе сцена! Ёлки-палки! Да тут же никакая армия не устоит, все сдохнут сразу. Армагеддон. Твою мать. Nice. Это okay, потрясающе. Side pots. Awesome. Okay. Glowing people? Glowing Check. People? Wait, where's the button for glowing people? Тут никого нет. Нам нужна толпа. Что это? Whoa. Что это? I've heard stories. The Titans were said to have summoned a force from deep within the ground with special rituals, chants and music long forgotten. They used this force to power their entire civilization. They do seem to have an energy about them. Блин, какой охрененный Армагеддон. They're fans. They come for the show. Пришли на концерт. And yes, with the energy of the fans, we can do anything. They look bored. Похоже, им скучно, что? Сейчас мы им такое скучно сделаем. Так, что сделать? Что надо сделать? Что сделать надо? I wonder if I have time to practice. А вы покорите фанатов по трансолу на гитаре, удерживая... Ага. Дань фанатам. Эй, парни, привет! О, господи, тут стало все быстрее. Намного быстрее. Все, ребята. This is what it's all about, guys. The fans. Be true to them, and we can never go wrong. The more fans we have, the bigger shows we can put on. All they need from us? Rock. Oh, and merchandise. О, и сувенир. We need to build a merch booth. Торговый киоск, давай, захерач футболки, футболки. Господи, так круто. Фига себе киоск. Блин, ребят, я в восторге этого всего. Что это? Что это за башня? Фанаты, ёлки-палки. О, да. You see, Mangus, band merchandise is like a wedding. Ну, точнее, это материальный thing, yes, but it's also a symbol of a deeper devotion that helps remind. Lion White's men have been seen approaching the field. Да какая нахрен разница? All right, it's showtime, folks. Everybody to your stations. Mangus, get in your booth and... И на этом я закончу сегодняшнюю серию. Если хотите больше, ставьте пальцы. Если что-то есть добавить, оставляйте комментарии. И с вами был Шет. Всем до новых встреч. Всем пока.